лошадь? Не знаю. Друг, во-первых. Двигай. Без лошади ты живешь? Нет, ну, уже нет. Природное существо, которое вывозит нас на соревнования. В жизни очень помогает, это очень хороший психолог. Ну, лошадь — это супер. Привязанность какая-то. Просто из-за того, что я животных люблю, больших, красивых. Что, как что? Животное, грациозное животное, которое вдохновляет нас на жизнь. За что любите? За что любим? Просто так, за то, что есть. Ну, это благородное существо. Из всех животных, как бы, более такое надежное, которое не подведет никогда. Как бы, ну, собаки, кошки — это другое, а это что-то большое, с чем не так просто совладать. Ну, как-то так вот. Едь, повернула назад корпус и нога. Отличненько, ничего страшного. За то, что они есть. Тут, ну, невозможно, что вот именно за это. Одну лошадь за одну, а другую за другую. Просто за то, что они есть в основном. Для меня, ну, как бы я вот недавно стала об этом серьезно задумываться. Это такой музыкальный инструмент, который нужно настроить и потом играть на нем. И учить потом других всадников. Лошадь. Живое существо, любимое, наверное, на всей земле самое. Это наша жизнь, лошади. Ну вот и все. Что еще можно сказать? Ну, мне нравятся кони, они прикольные. С ними интересно. Ну, они добрые, можно так сказать. Они тоже чувствительны, так же, как и мы. Если мы что-то делаем им больно, они потом тоже переживают. Ну, если, допустим, мы им сделаем больно, мы за них переживаем. Если нам сделают больно, они за нас переживают. Ну, как было с моей лошадью. В общем, она мимо пробегала и гвоздем сделала себе дырку. Я за нее переживала, когда я с нее упала, она меня, ну, как бы, начала мордой, как, ну, типа... поднимать. Ну, все. 25 метров в минуту. Норма времени 102 секунды. Две двойные системы, 10 препятствий. В стартовом протоколе 13 участников. Ну, лошадь для меня, да, смысл моей жизни. Я всю жизнь, сколько себя помню, все время был рядом с лошадью. И надеюсь, до последних дней лошадь будет все равно сопровождать меня. Лошадь, смысл жизни, могу так для себя сказать, от себя, вот. За что любишь? За что? Можно сказать, за то, что просто они есть, за то, что они такие, за их нрав, за то, что они помогают жить и в трудную минуту помогают преодолеть сложности. Лошадь — это друг для человека, который может поддержать и понять. Что такое лошадь? Лошадь — это создание, которое можно полюбить и не разлюбить никогда. Это навсегда.